Короче говоря, каждая школа такая. Эх, надоела эта школа. Ах, опять эта школа. Хоть бы сегодня двойку не получить. Здравствуйте, дети. О! Телекриза вредная. Ну что? Сегодня у вас новый учитель математики. Новый учитель? Хоть бы не Балди, хоть бы не Балди, хоть бы не Балди, только не Балди, прошу. Балди Федорович, встречайте. Что? Приятных вам уроков. That's me. Как? Welcome to Balding's Basics in Education and Learning. Я дома? А где Балди? Где школа моя? Это что, был сон? Фух, хорошо, что это сон. А какой час? Так, какой час? 9 утра! Я проспала! Все, я побежала в школу! Каждая школьница такая! Опять двойку получила! Хоть бы мама не узнала! Фух, надеюсь, мама не узнает! Буду чем подальше его прятать! Хоть бы мама не узнала! Хоть бы мама не узнала! Эх, мам, привет, я дома! Привет, Яна! Дневник, покажи. Дневник? Может, не надо? Надо, надо. Давай. Ну да. Опять двойка. Мам, прости. Каждая школьница такая. Опять целая куча домашки. Целый вечер придется делать. А я хотела в телефончике посидеть. А не делать. Я не хочу это делать, домашку. Конец дома. Я так устала. Ой, еще домашку делать. Ай, ладно, в вечере сделаю. Ой, уже вечер, я домашку не сделала. Привет, Сонь, как дела? Все хорошо, тогда ладно. А домашку сделала? Да, написала. А дашь списать? Списать? А что мне за это будет? А я тебе чупик куплю. О, тогда сделаю. Спасибо, класс! Каждая школьница такая. Ребята, это было видео «Каждая школьница такая». Если это видео наберет 2000 лайков, тогда мы снимем продолжение. Всех целую, всех люблю. Пока-пока. «Каждая школьница такая».